Привет, с вами Юджин. Сравнение дешевых игровых наушников. Стоят эти наушники порядка, начиная от $10, заканчивая образно 20. Например, Solar сегодня, что у нас на обозрении, KX101, покупали за $11. Сейчас цена там в районе 12-13, ну то есть все равно цены плавают периодически. Так, а это Somic G923, покупались, не помню за сколько, сейчас их цена от $14. Ссылки на них будут в описании, можете посмотреть, сравнить, какие цены на момент просмотра вами этого обзора. Что их объединяет? Это самые дешевые полноразмерные наушники игровые, которые подойдут для начинающих игроков, наверное, для любителей поиграть, но не для фанатов звука. Их объединяет цена. Ну и начнем сравнивать. Да? По звуку что я могу сказать сразу? Что мне нравится? Что звучит приятнее, я сказать не могу. Могу сказать, что здесь средних кажется чуть побольше, чем здесь. Здесь низкие и высокие в приоритете, средние чуть звучат тише. Но по диапазону, который могут воспроизводить эти динамики, здесь от 20 до 20 тысяч кГц, здесь от 15 до 25 тысяч кГц. То есть, соответственно, у Somic диапазон шире. Динамики 32 Ом, и здесь микрофоны чуть-чуть различаются размером. Здесь 6x3, здесь 6x5. И по чувствительности микрофона. Здесь 42 дБ, здесь 38. То есть чуть-чуть разница есть, совсем небольшая. По микрофонам сейчас я чуть позже подключу, и мы услышим. Разница в чем? Например, в конструкции. Рассмотрим Somic. Регулировка четкая. Ничего, в принципе, не скачет, никуда не прыгает. Сами уши чуть-чуть ходят и так, и так. Ну, в этой плоскости не очень. Здесь они намного интереснее ходят. Так вот. Соответственно, вот я держу. Вот видно. Здесь такого нет. Здесь они просто цельные, литые. Но вот эти наушники кажутся более мягкими, более удобными. Правильно, амбрашюра называется. Вот здесь она мягче. Здесь она пожестче будет. И вот эти сами наушники Solar, которые Solar, они легче. Легче порядка грамм на 50, чем вот эти. Вес сейчас точно скажу. Здесь 280 грамм вес вот этих наушников. А эти, соответственно, грубо говоря, где-то, наверное, 330, около того. Весов сейчас под рукой нет, к сожалению, не могу взвесить. И в описании не указан вес этих наушников Somic. Дальше. Элемент управления. Здесь в Somic'е на шнурке у нас есть пульт управления, который включает-выключает микрофон и регулировка громкости. В этих же наушниках это все сделано в ухе. Я считаю, что это лучше. Органы управления на ухе, они, наверное, поудобнее будут и понадежнее. Провод также здесь в мягкой оплетке. Здесь чуть потоньше, он просто обычный пластиковый. Что будет жить дольше, не знаю. Но вот эти пока живут пару лет. Длина провода здесь побольше. Здесь 2,5 метра, здесь 2 метра. То есть тоже, опять же, есть разница. Да? Где-то что-то лучше, где-то похуже. В итоге, что мы имеем? Эти уши, динамики проигрывают меньше диапазон, чем вот эти. Но они весят легче. Провод у них выглядит качественней. Но регулировка здесь также похуже. Здесь нет такой четкой фиксации, например, как у этих наушников. Поэтому у каждого, получается, есть свое преимущество. У каждого есть свой плюс, свой минус. Смотрите, кому что нравится, кому как удобнее. На голове сидят, в принципе, удобно. Сильно долго голова не устает, если там играешь несколько часов в этих наушниках. В этих и подавно, потому что они просто легче. Да и все, что хотел сказать. Может быть, кто-то ищет из вас и наткнулся на этот ролик. Хочет сравнить, что покупать. Или это, потому что ценовой категории они похожи. Давайте проверим микрофоны этих наушников. Сейчас я подключу Solar к камере.
Сейчас включил микрофон. Solar. Раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три. Подписывайтесь на канал Eugen Channel. А сейчас подключаю микрофон Sonic. Раз, два, три, четыре, пять. Подписывайтесь на телеграм-канал «Товары из Китая». Ссылка в описании. Вот так работает микрофон на наушниках Sonic G923. И подключил петличку боя. Ну, в общем-то, все. Больше мне рассказать пока ничего не хочу по поводу этих наушников. Если меня смотрят китайцы, и вы считаете, что эти наушники недостойны, а ваши наушники в близкой ценовой категории намного лучше вот этих представленных образцов, присылайте, будем сравнивать, смотреть. Поэтому все. На этом ролик закончен. Всем счастливо. Пока.